А вот студент Института биологии Тюменского государственного университета Николай Иванов, хоть и вышел из ранга ребенка, но изобретателем остается. Он работает в бизнес-инкубаторе над созданием зеленой стены. Целая стена цветов. Это не только красиво, но и полезно. Ведь растения обогащают помещение кислородом. Дипломант проекта на лучшую бизнес-идею Николай Иванов решил воплотить свой зеленый проект в жизнь. Идея это из-за рубежа, из Европы. Когда-то ее придумал Патрик Бланк. Это французский ботаник, который долгое время изучал растения и эпифиты, которые растут в тропических лесах. И принес эту идею в жизнь, чтобы посадить растения на стену. Обычные, комнатные для нас уже растения. Сотрудничаем мы с Центром студенческих инициатив ТГУ и бизнес-инкубатором. Недавно выиграли конкурс, стали резидентами бизнес-инкубатора. То есть своя лаборатория, где мы это реализуем. Растения высаживаются прямо в слой стекловаты, которая поддерживает корни. Сверху стену укрывает дернит и специальный черный материал, напоминающий мембрану. Он пропускает воду и удерживает ее внутри. Мы сделали сейчас одну большую стену, зеленую, и хотим отдельно продавать модули. Именно уже на продажу к созданию какого-то продукта, который может быть донесен до потребителя. Николай утверждает, что этот вариант зеленой стены не последний. В планах дальнейшее совершенствование бизнес-идеи.